29 mai 2020 год și Keshe Ujjo Vidimat Madhura și Shiva Bhakti Dante Vana Goswami Maharaj. Мы продолжаем с вами изучать Бхаджана Рахасу. И мы обсуждали с вами шлоку Бхагавад-гита на того Рабху Карная Курникара. И мы с вами слушали шестую главу. Гопи, они прославляют красоту Шри Кришны. Как Шьяма Сундар, он с пастушками, со своими друзьями входит во Вриндаван. В его голове павлинье перо, за ушами цветы карникара, питампера на его шее, и также гирлянда из пяти видов цветов. И он выглядит как танцор на сцене. И пастушки, идя за ним, они прославляют Шри Кришну. Вриндаван Дхама, она очаровывает и является более возвышенной, чем Вайкунтха. И он является, образ Шри Кришны является намного более привлекательным, чем образ, его образ на Вайкунтхе с Шанкар Чакрой, Гадой и Падмой. Бхактивинод Такур говорит, мы слышали с вами вчера описание прекрасной формы Шри Кришны. И он, когда он входит во Вриндаван, он выглядит так, как будто бы это актер со сцены. Настолько красив. Итак, в этой штуке описывается прекрасная форма Шри Кришны. И услышав звук флейты Шри Кришны, все враджа-гопи, они привлекаются этим. И
И Кришна, он предстает в своей удивительной форме, трибанга формы. Он нежно улыбается и смотрит из уголков глаз. Таким образом, развивая прему в сердцах Раджа-гопи. Когда танцуют павлины, когда идет дождь. И поэтому, увидев прекрасную форму Говинды, которая напоминает дождевое облако, павлины начинают танцевать. И так они предстают перед Шри Кришной. И они предлагают свои павлинья перья Шри Кришне. А что делает Шри Кришна? Он принимает павлинье перо и закрепляет его у себя в голове, в волосах. Бхагаван, он принимает это перо. И Кришна говорит, что то, что преданные предлагают мне, я всегда принимаю это. На павлинем пере написано имя Шримати Радхики. Радха. Вот. Шукусари. Okay, Shuka is saying they discussing between each other. It's two pairs. Come on. Два попугайчика, Шука и Сари, они обсуждают между собой красоту Радхи и Кришны. А Шука, он представляет Кришну, а Сари, она представляет Шримати Радхику. И Шука говорит о Кришне, павлине перо в голове, а Сари говорит о том, что на этом павлине перо написано Радха, имя Шримати Радхики. Только из-за того, что там есть имя Шримати Радхики, поэтому он носит его в своем тюрбане, в своей голове. Итак, Шука и Сари, они обсуждают славу Радхи и Кришне, это называется Прем-кала. Во время Враджа-мандала Парикрама мы слушаем Харикатху о Шуке и Сари, как они обсуждают красоту Радхи и Кришны, споря между собой. Если вы видите, что 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 вы видите
Насколько красивые бхавы, Мадхурья бхавы проявляются. На Дварапу Кришна. Чем Сундара пристает в своей наилучшей форме, когда он входит во Вриндаван. Прямосундар является олицетворением наивысшей сладости. И Кришна, он вместе с коровами и пастушками направляется во Вриндаван. И мы с вами уже начинали описывать эту шлоку. Натаварабапу. Он является экспертным танцором. Это Варавапу. Когда ворживаются и разговаривают между собой, они разговаривают прекрасным тоном. И поэтому говорится, что когда вражеваси говорят, они как будто бы поют. What is not? Над и Нати — это как танцор и танцовщица. И как актеры, танцоры, они танцуют на сцене, привлекая всех. Также есть баранитякала — это различные движения стопами. И когда Кришна, он следует за коровами, его стопы, они удивительным образом перемещаются, образуя танец. И он выглядит так прекрасно с питамбарой на шее, ваджианти малой. И эта мала, она также танцует на его груди. А его пальцы, они танцуют на флейте. И когда гопи видят, как флейта, она касается губ Шри Кришны, они проявляют ревность. Ревность в этом мире — это тамагуна. Ревность, зависть, кама, кродха, лобха, моха, мада и мацария.
Когда мы видим что-то успешное, также зависть приходит в наше сердце. И это все настроение невежества. И в этом мире это абсолютно не благоприятное качество, но в духовном мире эта зависть, она не является обычной материальной завистью. Это любовь, которая привлекает любовь Шри Кришны. В трансцендентном мире она развивает еще больше любовь к лотосным стопам Шри Кришны. Поэтому тут говорится, для того, чтобы даровать. То есть гопи, они совершают любую деятельность только лишь для того, чтобы доставить удовольствие Шри Кришне. То есть все, что есть в трансцендентном мире, все то же самое можем видеть здесь, только в отраженной форме. Поэтому слово, которое мы используем, ревность или зависть, в этом мире они несут неблагоприятный характер. И даже по этой причине дживы, они падают. Но в трансцендентном мире те же самые качества, они обладают абсолютно другой природой. Потому что в духовном мире раджаваси делают все для того, чтобы доставить удовольствие Шри Кришне. Кришна, он касается флейты своего губы. То есть сначала они описывают зависть по отношению к этой флейте, ревность, а затем они описывают славу этой флейты, они прославляют ее. Шушка. Сначала они говорят, что это такое? Просто сухая палка. Как она, эта сухая палка, может касаться лотосных уст нашего Говинды. Иногда мы используем что-то для того, чтобы подстегивать других, немножко поиздеваться. У меня в деревне был один парень. Он что-то говорил рам-рам. А когда его дети говорили рам-рам, он ругался на них. И что назвали его рам-рам? И люди так и издевались над ним, назвали его рам-рам. Хотя ему это не нравилось. Мальчики издевались над ним, просто подшучивали. На самом деле, внешне он ругал этих мальчиков, а внутри он хотел слышать рам-раму. Он ругал их и говорил, не говорите рам-рам. Но люди говорили ему рам-рам-рам, он внутри чувствовал так много блаженства. Также
Гопи, они описывают удачу флейты. Как же удачлива эта флейта, что она может вкушать нектар с уст Шри Кришны. Его губы, они красноватые. И гопи говорят, посмотрите на эту флейту, как же она удачна. Когда Раджи сидит на асане, вокруг него прекрасные круглые подушки. Кавираджа Махарадж, он кладет свои руки на эти подушечки и круглые подушки на асане. И эта флейта, как раджа, как царь, сидит между этих двух мягких подушек, которые сравниваются с губами Шри Кришны. Флейта, как царица, как царь сидит. Так они представляют флейту. И также Прана Прийтам Говинда, он массажирует стопы флейты. Ведь когда он играет на флейте, он перебирает свои пальцы и кажется, как будто бы он массажирует флейту. Так же, как слуга массажирует стопы своего учителя. Таким же образом и Кришна, он массажирует стопы флейты. Также при этом Говинда, он омахивает флейту. Как же он делает это с помощью своих ресниц? Когда он моргает, он таким образом омахивает флейту. И так Говинда омахивает флейту. И гопи говорят, как же удачлива эта флейта. Иногда они говорят о ней в настроении ревности или даже зависти. А иногда они обсуждают славу и удачу этой флейты. What is it? Chinese? Which language? Когда распускаются цветы, есть такая птичка канджак. Если вы увидите эту птичку на распустившейся цветке, это такой знак, что вы скоро разбогатеете. Есть такая птичка, которую зовут Канджан. И эта птичка... О, калибри, наверное. Не знаю, вообще на хинди это Канджан. Но она также собирает пыльцу, я понимаю, что, наверное, это калибри. И говорится, что если вы увидите, как эта птичка сидит на
на цветке распустившись, то это говорит о том, что скоро вы обретете престиж и станете богатыми. Когда Говинда играет на флейте, Павлини перо. Сейчас тело Кришны, они танцуют, кудряшки его тоже танцуют, они покачиваются. Все части тела танцуют. Как я вчера уже говорила, что драма, спектакль, он зависит от режиссера. Кто? То есть самое главное является режиссер, потому что он дает наставление актерам, и без него не состоялся бы спектакль. Поэтому актеры, они просто следуют, по сути, наставлениям, которые дает режиссер. Даже Рамаяна, как мы вчера с вами обсуждали, как они прекрасно поставили этот спектакль. Не все плакали. Манджанки, вот из манджанки. И актер, который играл Рамана, он начал сокрушаться после того, как посмотрел фильм, в котором он снимался, как он оскорблял Ханумана, украл Ситу. Я сказал такие грубые слова по отношению к Рамачандре, и увидев все это, он начал горько плакать. Поэтому, когда он посмотрел со стороны на ту роль, которую он играл, он начал рыдать. Как же я мог сыграть это? Жестокую роль. Если вы посмотрите на роман Сагар, многие люди пытались повторить Рамаю, но они снимали также свои версии, но на самом деле никто не сможет снять что-то подобное, как Рамаю Сагар. Потому что без милости Рамы никто не может проявить Рамаяну. Что я хочу сказать этим трансцендентном мире? Если вы подумаете, кто является режиссером, директором Говинды трансцендентном мире, то, конечно же, это Радика. Обезьяна пришла.
И однажды радуется со своими Сакхи. Радхаджана сидела со своими подругами, моей Вринда Деви. Она улыбнулась. И Радхаджа сказала Вринде: «Куда ты пришла так неожиданно?» И Вринда Деви ответила: «Тавакундат. Я пришла с Радхакунды». И в это время Шри Радхаджи, она спросила: «Ты видела Пранаприету Говинду?» Вринда Деви сказала: «Да, я видела его». И Радхика спросила: «Где?» Ты ответила: «На Тавакунде, на Радхакунде». И Радхаджи спрашивает: «Что же он делал там?» Твой прана при этом Говинда, он учится танцевать. Кто же его гуру? Потому что без гуру, без учителя, как вы можете обучиться какому-нибудь искусству? И она ответила, что на Радхакунде так много деревьев. И все деревья на Радхакунде, они учат Шри Кришну, думая о твоей Пратибимба Виграхе. И все ветви деревьев, они изгибаются, создают движение, таким образом показывая, как нужно танцевать. И Кришна понимает, куда же нужно ему направить свою руку, одну, другую и так далее, какие делать шаги. Радика, моя прем-гуру. Кришна, он учится всей виде, всем искусством от Радики. Итак, карна йога карникара. Мы переходим обратно к шлоке. Васикшикар Кришна он прикладывает цветочек карникарам с правого ока налево, иногда он носит его за правым, а иногда за левым. Он желтого цвета. Что Кришна делает? Иногда он кладет его за левое, а иногда за правое. И Кришна с помощью этого цветочка он отображает свою любовь к Шримати Радике. И он становится очень беспокойным. Итак, когда я зачитываю то же самое, что иногда он носит
Цветочек за левым руком, ухом, а иногда за правым. И он показывает таким образом свою любовь к Гопи. Иногда Гопи, они поднимаются на крыши своих домов, чтобы созерцать форму красоты Шри Кришны. И вчера я уже объяснял, что гопи, они начинают подрастать, и их родители, они с сегодняшнего дня запрещают им встречаться с Шри Кришной, потому что в таком возрасте уже нельзя близко общаться с мужским полом. В этом возрасте уже мальчики играют с мальчиками, а девочки с девочками, то есть их уже разделяют, делают некую дистанцию между ними. То есть до определенного класса, где-то до пятого, девочки и мальчики учатся вместе, но затем они расходятся. И далее уже женская школа и мужская школа. Где учатся отдельно мальчики и отдельно девочки. И учителя там будут также только женщины, а в школе для мальчиков будут только учителя мужского пола. Итак, родители говорят, что с сегодняшнего дня вы не можете встречаться напрямую с Шри Кришной. И когда гопи, они услышали это, они почувствовали так много боли в своем сердце, потому что для гопи это жизнь и душа. Подождите 2 минуты, я сейчас подойду. Есть Вайдимарк и Бхавамадхури Сева. Находясь на Вайдимарке, мы должны следовать всем правилам и совершать садхану. Бхактинода Такур, он говорит, что все должны следовать правилам общества, а иначе все будет разрушено. Все должны следовать правилам общества.
А иначе все останутся злодеями. Даже Уттама Махабхагават следует наставлениям правилам. Все должны следовать правилам. Если вы не хотите следовать правилам, то тогда все будет разрушено. Я говорил вам уже, как Кави Карнапур, он объясняет. Как гопи, они чувствуют разлуку с Кришной, и в их умах нет материальной камы, материального вожделения. Брама и другие полубоги. Даже они порой испытывают вожделение, хотя они Махапуруши, освобожденные души, но они учат нас, показывают, что даже на них это может повлиять. Брама, Шира, Шива и Нарада. А даже Шива, он медитировал. Совершал аскезы. И пришел сам Камадев для того, чтобы беспокоить его аскезу. Тот предложил пранаму. Это был Нарада, извиняюсь. И Нарада решил открыл свои глаза. И Камадев, он сказал, ты победил все чувства. Я победил всех, но я не могу победить тебя. И тогда Нарада же, он очень возгордился. Он сказал, о, я даже победил Камадева. Это лила. На самом деле, они делают это все для того, чтобы дать уроки всем живым существам. Тогда он пришел в Брахме и сказал, о, Питаджи, я победил Каму. И он закрыл свои уши пальцами и сказал, не говори так. Тогда он отправился на Кайлаш, и он сказал, потому что Шивджи его старший брат. Шивджи его старший брат. Рудноди ити Рудра. Шримад Бхагаватам упомянуто об этом. Тот, кто плачет, в это и время его имя становится Рудра. Так, он пришел к Шивджи, он сказал, я победил вожделение. И тот также был изумлен, услышав это. Но если даже старший брат не может сделать это, как может это сделать младший брат? Нарад сказал, да, я победил вожделение. Тогда он пошел к Вишну.
И он сказал, я победил вожделение. Бхагаван сказал, он переполнен эго, и мне нужно разрушить это эго. И он, даже услышав это, он начал притворяться и говорить, ой, какая хорошая работа, Ашок, ты хорошо сделал, молодец, убедил вожделение. И Бхагаван сказал, Нардариш, пойдем. Нардариш был очень счастлив. Они пошли прогуляться на утреннюю прогулку. Бхагаван Вишну сказал Нарде, говорит, я так хочу воды, можешь принести мне водички? Очень жажда меня мучает. И ты там подмолдишь, я застану воду. А Бхагаван, он уже придумал все лилы. Когда он проявил прекрасный пруд неподалеку. Был очень красиво. Если вы бросите монету, то вы будете видеть, как она падает на дно. Настолько была кристально чистая вода. Если вы увидели такую воду, вы захотели ее выпить. Это было настолько красивое место. Там плавали лебеди, чирикали птички. Природа была очень красивая в этом месте. Нежно дул ветерок. И там поднимались маленькие волны. И у меня, когда я учился в школе, также был там был прудик, там было много цветов, парк был рядом, садик. Когда ветерочек дул, то на этом пруду появлялись небольшие волны, особенно летом, июнь-июль. Люди, они так любили сидеть рядом с этим прудиком. Вечером некоторые принимали омовение там. Итак, возвращаемся к Адхе и к пруду, к этому пруду, который был прозрачный и красивый, подошла прекрасная девушка. Она была очень красивая, невозможно описать ее красоту. Ее глаза были немножко выпуклые. У нее очень большие глаза.
У меня были немножко выпуклые глаза. Есть четыре вида женщин, четыре вида мужчин. Подмини, санкини, асвини. Подмини самая красивая в любом случае. Четвертую не вспомнили, но подмини самая красивая. Итак. Читрани, подмини читрани, астини, санкини. В общем, это четыре вида девушек. Из них самая красивая – это Падмини. Падмини – это та, которая говорит сладостные слова. Она говорит очень спокойно и сладостно. И она очень сильно привязана к Нитья Гите. Все части ее тела настолько красивые. Ее глаза подобны лотосам, очень большие. И у нее очень красивый нос. Маленькие ноздри. У нее маленькие-маленькие ноздри. Многие пихают пальцы в нос, но у нее маленькие-маленькие ноздри.
Что даже палец не залезет. Извиняюсь, я перевожу, что говорят. Ее волосы очень длинные. Кунджита Кейша. Длинные волосы. И не просто длинные, они кудрявые. Очень длинные волосы достигают колен. Ужас какой. Может, видели рекламу шампуней? Что у них очень длинные волосы достигают до колен. Когда рекламируют кокосовое масло или еще какое-нибудь масло, у них такие длинные-длинные волосы, волнистые, очень красивые. У них была также очень красивая грудь. Очень красиво все описано, вы можете сами все это почитать. Итак, вот такая красивая девушка сидела на берегу этого пруда. Я спросила, ты хочешь воды? Но он, когда увидел ее, он начал пить ее красоту. Она нежно улыбалась. Нараджан совершил так много аскез и победил вожделение, а сейчас все ушло в топку, все было зря. И он был потерян просто сейчас за одно мгновение. Все было утеряно, все его аскезы, все. Майя, она такая привлекательная. Иногда мы женимся, заводим множество детей и видим, как влияет майя. Но майя, она принимает прибежище у стоп Господа. И Господь улыбался. Нардариша, он думал, что он победил вожделение, а теперь он был побежден. И он женился, у него появилось много детей. Итак, Господь сказал, смотри, ты думал, что ты способен победить Каму, но это не так просто. И так же, как алкоголик, когда он напьется спиртных напитков, и будет находиться в этом алкогольном опьянении, он будет думать, о, я царь, я самый главный и так далее. Но это будет только лишь воображение. Иногда что происходит? Может, видели по телевизору, когда поднимается большой шторм, даже крыши сносит у домов, все разрушается. И волны на океане поднимаются.
Narada. Он сидел, и все его дети говорили «папа, папа, папа». Они бегали здесь и там. Я думала, что же теперь делать-то? Что же делать с этими детьми? И он начал звать Мадсудана Бхагавана. Он говорил, страдая, он говорил, «О, Мадсудана Бхагаван, пожалуйста, спаси меня. Спаси моих детей, мою жену». И всех их унесло водой. И он тогда говорил, «Мадсудан, как же я могу жить без них?» Поднялся сильный шторм. И жена, и дети, они говорили, «Нараджи, спаси нас». И тогда он сложил руки и сказал, «О, Бхагаван!» И Бхагаван, он проявился и сказал, «Эй, Нарад! Я вообще, почему тебя сюда послал, ты вообще помнишь?» Дживджагу, Дживджагу, Гоура Чандраболи. Иногда мы видим сны. Я вообще-то послал тебя принести мне воды, а ты что? Женился, детей нарожал, это что такое? Где моя вода? Нарджи все вспомнил. Нардариджи решил, почувствовал такой сильный стыд. О, я думаю, что я победил вожделение, но на самом деле это не так просто. И он звонился Господу, чтобы тот спас его. Поэтому победить майю в этом мире очень сложно. Что ты сейчас Бхаумалила? Бхаумалила, Праката Лила. Сердце гопи не присутствует никакого вожделения. Но при этом родители, они дают такое наставление гопи для того, чтобы показать правила общества. Ведь гопи, они не могут прожить мгновение без Говинды, поэтому эта новость была для них потрясением. Потому что отношения между гопи и Кришной, они вечны. Джива Госвамипада пишет, что такое према утпатти. Шаманджатия према — это любовь. Шаманджатия према — это... Это то, что чувствует Рукмини. Она не видела Кришну, но она слышала о нем. И она подумала уже, что она женится, будет замуж за Говинду. Нардариши, он пришел и начал прославлять Шри Кришну. Я услышал славу Шри Кришны, и развилась любовь. Это называется Шаванджатия Према. Вы можете это все найти в Шримад Бхагаватам, все, что я сейчас говорю. Итак, услышав славу Шри Кришны, любовь, она начала развиваться в ее сердце. Ахмад Ахмад
Только ты являешься львом. И сейчас жертва... Забери меня. Часть волк, он ест твою пищу, то ты, блядь, ниже тебя. Прочитав письмо Рукмини, Кришна в эту же ночь приходит, называется Рукмини Варан Лила, и я не буду сейчас это описывать подробности. Итак, любовь, которую испытывает Рукмини, ее называют Шаван Джатия Према. Следующее это Даршан Джатия Према. Это Кубджа. То есть до этого она не получает даршан говинды. Когда она получила даршан Шри Кришна, она была привлечена им. Джива Сами Пад так же как Баба Ишода связывает Гопала Кришна, он ведет себя как абсолютно беспомощный мальчик и начинает плакать. И вы, если вы видите, что кто-то страдает, вы почувствуете много страдания в своем сердце, сострадания. Наше сердце растает. То же самое здесь Шрила Джива Госвами Пад написывает, что во время Дхьянабандха Лилы, когда мама Ишода связывает Шри Кришну, увидев Кришну таким беспомощным, гопи, они чувствуют такого любви к нему. Любовь гопи к Шри Кришне – это нитья, она вечная. Да. Итак, мы остановились на Даршан Джатия Према, который испытывала Кубджа. Слушая Харикатху, славу Шри Кришне, садака развивает любовь. И в сердце садаки присутствует так много нежелательных качеств, кама, кротва и так далее. Но слушая славу Бхагавана, киртана, Шаманашката Кришна, ведь Бхагавад Катха – это сам Господь. И, услышав ее, вы избавитесь от всех видов фанат. И для Бхакти это, конечно же, Шраванакья Бхакти. Харикатха Шравана. Всегда слушайте Харикатху. Мы обсудим подробнее эту Харикатху завтра.
насколько Кришна, он красив, обладает прекрасной, привлекательной формой, Бхагавадгитам, Двараку, Карне, Карникаем. Владеентим Чамалам. Very nice. Есть пять стрел Камадева. Главный Камадева это кто? Это Шри Кришна. Прадюмна — это его Пракаш. Мул. Его Пракаш это Прадюмна, а изначальный Камадев это Шри Кришна. Прадюмна это Пракрити Камадев. И Джива страдает именно от этой камы. Итак, завтра мы обсудим подробнее Шри Кришна. Простите, если совершил какие-то ошибки. Харе Бол.